Короче, Вятка – это звездный городок. Поясню, сегодня звезда сериала «Кухня» ощутил себя в Кирове космонавтом. И знаете, это на самом-то деле сделать несложно. Те же, как и в космосе, проблемы с вестибулярным аппаратом. Но только на скользких тротуарах. Тоже воздуха не хватает, свежего. Ну и та же вечная темнота снаружи, и из освещения только луна и звезды. А, ну и в Кирове можно наблюдать запуск белки. Здесь, знаете ли, вообще много у кого белка в запущенном состоянии. Короче, Вятка – это космос. Причем настолько глубокий, сейчас оцените метафору, настолько глубокий, что наш горизонт планирования совпадает с горизонтом событий. А? Я сам офигел, когда такую идиому крутую подобрал. Но если что, есть еще аналогия попроще. Вятка – это космос, потому что у нас свой белый был.